Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 12 апреля, день космонавтики. Как и многие из вас, я нахожусь в самоизоляции, сижу дома. Ко мне обращаются с просьбой: Сергей Юрьевич, поиграйте нам что-нибудь, поднимите нам настроение в этот праздничный день. Я с удовольствием это сделаю. Поимпровизирую немного на саратской гармонике с колокольчиками. Этой гармошке больше 100 лет, из моей коллекции. Ну, начнем так, издалека. Цветущие деревья, абрикосы. Вот. А ночью выпал снег. -2. Сейчас немножко тает, конечно, но все равно за окном зима. Вернулась к нам зима. В Саратове гулять не хочется, поэтому мой небольшой концерт сегодня специально для вас. Ну и следующую композицию, опять же, я поимпровизирую немножко. Что-то такое танцевальное, может быть.
Благодарю за внимание. До новых встреч. Пишите в комментариях, что бы вы хотели услышать. Может быть, какие-то песни застольные. Ну, на саратовской гармонике, конечно, не все можно сыграть. Но, тем не менее, настроение она поднимает.